Во второй теплице я тоже такой пол решил сделать себе из оставшихся досок от беседки, от большой. И немного мне не хватило этих досок, решил немножко других взять. Ну, тоже вроде как классно смотрится. Ну, на один год-то в любом случае пойдет. Дальше в следующем-то году мы будем уже ставить сюда железные грядки. Они будут гораздо шире. И вот эти доски, часть из них уйдет на дрова. А центральную оставлю полоску. Мне понравилось, как оно выглядит. Сперва я, конечно же, уберу все отсюда. Положу сетку от кротов, потому что они здесь тоже роют постоянно. Посередине спанбондом закрою все, чтобы сорняк вот так из боков не лез. Из-под грядок, из-под пола. И потом уже только доски настелю. Они пропитаны, покрыты краской. Я думаю, прослужат сколько-то лет. Тем более на пол я не буду лить воду. Они будут здесь практически всегда сухие. Совсем чуть-чуть влаги здесь будет, которая из грядок будет вытекать. Но это немножко, поэтому должны долго прослужить. Этот пол стал выше немножечко. Поэтому, если близко к грядке подойти, я почти касаюсь головой до этой балки. Но ничего страшного. Это из-за того, что они гнутые очень у меня. Я же ее выравнивал, теплицу, она была сломана вся. В той теплице нормально, которая целая. Ну и ничего страшного, вроде тоже и так пойдет. Здесь у меня огурчики мои растут. Уже начали есть вовсю. Вот здесь видно, уже грядки рассыпаются потихонечку, и земля начинает вытекать на них. Когда поливаешь сильно, нужно будет... Я немножко не успел сюда делать, времени не хватило. Я вот здесь уже начал это делать, новые брусочки вбивать, латать, в общем, потихонечку дыры. Но мне это нужно на один год. Я не сильно капитально делал, потому что, как я уже говорил, буду переделывать в следующем году. Ну, а пока так держится, и ладно. Пишите комментарии, ставьте лайк. Всем пока.